А вот это уже серьезно. Нацу, Мицуруги, Руфус против Беляла за первое место в дисциплине Soul Calibur 5 на МФА 2013. Начинается все достаточно пассивно. Посмотрим, поменяется ли стиль игры Жени, который играет от обороны сегодня у нас. Рингаут в первом бою, в первом раунде. Видимо, Руфус будет атаковать. Белел будет защищаться и наказывает. Джазгард мечом в пяточку. И здесь вот хорошо обошел. Наказание броска Випа. Джазгард колено. Эскейп. Очень хорошая игра от Руфуса. Белялу что-то нужно делать. Он уже проиграл раунд и остался в очень малом количестве жизни. Ну, естественно, 2 КБ, что еще делать? Сравнялся и... Что-то я наврал. Он 2 раунда уже выиграл. Ну, у Руфуса 2 полосочки. Заблочил. Печкаль. Пяточку. Вообще не ловит антистеп. Бомбочки. Белял решил их просто перележать. 2 джазгарда. Друзья, продолжается регистрация на турнир по Guilty Hero. Продолжается регистрация на турнир по Guilty Hero. Колено у стены. Отличной гарантией. Да. 3-0 берет первый бой. Хорошая заявка. Не знаю, влияет ли психологический фактор, насколько трудно Руфусу сейчас играть, проиграв особенно первый раунд. Но в любом случае нужно собраться. Старые классические гарантии за Мицуруги. Менее классические гарантии за Нацу. Ну, тоже такой миксап. Старый, добрый. Подбежать, стать, подождать, заставить противника нервничать. Сделать какой-нибудь удар. Этот стойкий у него тоже противный удар. Пока как-то у Руфуса ничего не складывается. Уже 2-0. Перфект. Я думаю, что психологически Руфус сейчас сломлен. Хорошо блочится, вот атака у него никак не идет. 2 КБ. Влез в контер. Мог порвать стан Руфус, но тем не менее... Игрок Швед Томат. Я знаю, ты хотел играть в Фелдскин. Контроллер дает наверх. Без контроллера еще? Тебе нужен третий или второй? Всем временем на большом экране у нас разрезает Белял на первой треме серии Руфуса. Супер финал на большом экране. Я решил поиграть, да? Нет, конечно, да. Ты что, первый раз, что ли? Если я третий, я тебе дам. Четвертая консоль. Мистер Фримен, я прошу прощения, отвлекли. Четвертая консоль. Руфус берет Патрокла. Посмотрим, сможет ли он. Но это правильный ход, если за Нацу ничего не получилось. Меняешь персонажа, это как бы обнуляет твою историю поражений. И пока у него получается. Завипленный и наказанный, поблоченный 2 КБ. Что-то тут Женя неправильно сделал. Не смог наказать. Напоминаю игрокам о необходимости отключать память после того, как они сыграли свой бой. Напоминаю сущим о возможности назначения критического смешная положения игроку, который забыл отключить память. Ну, пока выбор Руфуса очень даже оправдывает себя. Белял
пока не настроился. Но очень красиво получен 2 КБ. И, естественно, наказание. Подходим к концу регистрации на турнир по Гилтигеру. Снова смешная комба. Половины жизни уже нет. Оба в двух полосках. Но за этот бой Белял ничего принципиального так и не показал. Нам ничего не сделал. Полная доминация Патрокла. Ну вот, кажется, поменялся рисунок игры. Хотя вот опять Патрокл в нападении. Все у него проходит. 1-0 в решающем бою. Смотрим, сможет ли Белял адаптироваться к новому чару. Очень много спейсинга. Не спешат сближаться оппоненты. Колено. Не покупается. Ремиксап. Наказывает колено. Видимо, Евгений чем-то лез после него. Колено, бив колено. Как-то вот это не очень приятно наблюдать, конечно. Много ошибок у Женьки вдруг появилось. Джастгард. Но, тем не менее, сейфово ушел. И у нас в финальной части. Это может стоить раунда Жени. Сориентировался чуть раньше. 13-е как бы это забавно не было. 14-е игроки Тоннель и Чубин. 2 КБ вошло по полному. И на вейках отлично. Практически жизни уже нет. Практически сломал в этом бою парадигму Белял. Но Руфус продолжает сопротивляться. Подбежать бросок. Максимально эффективно. И на каком-то волоске повис Руфус. Куда-то не туда начал бить. Отстепали его. И уже 2-0 в решающем, решающей партии. Но Руфус ведет. Тут надо Евгению, конечно, побеждать. 3Б. Чисто психологически. Руфус не дает продохнуть. Убивает. Практически в нули. Мицуруги разделся. Достаточно жарко на ринге. Джастгард, наказание. Влез 2АА. Шестая консоль. Игроки Зен Пас и присел очень красиво. Игроки Зен Пас и Гуфа. 3Б. И да. 1-1. И у нас решающая партия. Кто сейчас побеждает, тот выигрывает Soul Calibur 5. Очень напряженная борьба. Красивый финал. За что, конечно, благодарность обоим игрокам. Колено, ББ, 3Б, 5-3Б. Хотя нет, это ВСБ. И отстепл колено. Наказал. Опять мимо. ББ. 2А. Бросок. И кто-то дропнул. Присел под броском. И 2 КБ заблочены, но наказано, к сожалению, рейндж не позволил. Белял играет максимальный сейфол, понимает, что любой удар входит. И сравнял. Фидоскин и Кировец. Потрясающе! Очень красивая игра. Колено опять.
ОСБ, второй удар попал. О, что-то он завалил. Амбу. Опять психологический миксап. В этом раунде пока все поровну. Колено попало, бросок от эскейпинг на меч пяточку. Очень много блоков, очень много красивой игры. 2А. 5. Тычком заканчивает раунд. Итак, матч поинт. Руфус испытывает сейчас огромное давление. Нужно взять 3 раунда, не отдать ни одного. И сейчас дела у него идут плохо. Нагрет, мало жизней. Хотя Мицуруги тоже нагрелся. Кто первый сломается? Третья консоль. Не получились вейки. Лена. Влез все-таки получил. Консоль. И игра ломается броня, наказание. Мистер Пантер. Смешная комба, и это 2-1. Тем временем закрывается регистрация на турнир. Молодец. Интрига сохраняется. Второй матчпоинт. Беляла. Гарантия. Бешеная гарантия. И Руфус опять в плохом положении, должен вытаскивать просто бой. Тут... Беляла, ни в коем случае не надо торопиться. Бросок отлично и поблочил. Поблочил, но не наказал ничего. Колено опять прошло, и поздравляем Беляла. Вновь он доказал всем, что он, несмотря на то, что всего 2 часа тренировок,